Трансформер Карл. Привет, Гарри. Что случилось? Ой-ой, ты проколол колесо. Что же теперь делать? Оу, а работу нужно сделать сегодня. Не волнуйся, Гарри, мы можем позвать Карла Трансформера, чтобы он заменил тебя на один день. Он точно поможет. Прекрасно, поеду найду его. Эй, Карл, мусоровозу Гарри нужна помощь. Ты выручишь его? Чудесно, поехали. Какое транспортное средство ты будешь трансформироваться сегодня, Карл? Ну, конечно, в мусоровоз! Время трансформироваться, Карл! Карл, трансформируйся! Сначала установим кузов, затем откидной борт. А теперь подъемный механизм контейнера. Идеально, Карл. Поехали, найдем Гарри. Смотри, Карл, мусоровоз Гарри уже ждет нас. Карл приехал тебе помочь, Гарри. Замечательно. Тогда за работу. А теперь выгружаем содержимое контейнера. Прекрасно! Супер! Отличная работа, Карл! Остался всего один баг. Молодец, Карл! Да, это все. Мы закончили. Идеально. Итак, работа сделана. Карл, спасибо тебе большое. Ты выручил Гарри сегодня. Пора ехать домой.
До встречи, Карл! Скоро увидимся снова, друзья! Автопатруль. Ах, еще один прекрасный день начинается в автомобильном городе. Похоже, Мэтт и Фрэнк уже с самого утра на службе. Погодите, что это за беспорядок? Надеюсь, только здесь такие переполненные мусорные баки. Нужно проверить следующий квартал. Ребята, вы правы. Надо вернуться позже и проверить, будет ли весь этот беспорядок убран. О, а здесь еще больше мусора. По-моему, все улицы автомобильного города заполнены им. Даже около больницы куча мусора. Не волнуйся, Эмбер. Мэтт и Фрэнк уже расследуют это дело. Что? Тебе придется закрыть больницу до тех пор, пока мусор не уберут. Эй, ребята, Эмбер сказала, что оставлять больницу открытой небезопасно, когда вокруг столько мусора. Хорошая мысль, Мэтт. Мусоровоз Гарри здесь быстро все очистит. Думаешь, Гарри стоит за всем этим, Эмбер? Надо поехать его найти, ребята. Мусор повсюду. Надеюсь, мы скоро найдем Гарри. Эй, а вот и Гарри. Но что он тут делает? Ты играешь здесь вместо того, чтобы собирать мусор, Гарри? Что происходит, Гарри? Ты всю ночь болел? Ты прав, Мэтт. Нужно позвать Эмбер на помощь. Эй, Эмбер! Мэтт и Фрэнк нашли Гарри. Но он болен. Ты сможешь поехать на игровую площадку прямо сейчас? Как думаешь, что с ним, Эмбер? Он переутомился? Надо его охладить и заправить, верно? Спасибо, Фрэнк. Мэтт, у тебя не найдется немного лишнего топлива? Кажется, Гарри уже лучше. О, ты уже рвешься собирать мусорные баки, Гарри. Может, начнешь с больницы? Эмбер пришлось закрыть ее, потому что это небезопасно, когда вокруг столько мусора. Замечательно!
Кажется, автомобильный город скоро станет чистым снова. Отличная работа, ребята! Скоро увидимся снова, друзья!